унареченное грозным именем. Твое сердце переполнено любовью. Твои киртаны и песни проникают в самое сердце и наполняют его привязанностью к Господу Хари. Ты посвятила всю свою жизнь служению вайшнавам и духовному учителю. И в твой день твоего замечательного явления я хочу предложить тебе этот замечательный просад, который принял сам Господь Вселенной, который приготовила сама Лакшми Деви. Его вкус подобен нектару. Прошу тебя, пролей свою милость и прими, пожалуйста, это скромное подношение в день твоего явления. Харе Кришна. Вот, дорогая Матаджи Насимхи, я очень счастлив, что мне удалось в этой жизни встретить личность, которая очень привязана к воспеванию святого имени. И вы замечательным образом продолжаете то, что начали в этой жизни, и с Расиканамом продолжили. И я хочу пожелать вам просто безграничной любви, откровений святого имени и милости Гуру Махараджа и всех вайшнава. С днем явления вас, Нарисимхи Матаджи. Хари Кришна. Кришна, дорогая Матаджи Нарисимхи. Поздравляю вас с днем рождения. Хочу вам пожелать, чтобы вы оставались такая же, какая вы есть, потому что у вас такое большое, большое, большое доброе сердце. Вы всегда обнимете, поддержите, вдохновите. Вот. И я вообще очень рада, и что я с вами знаюсь. И всегда благодарю Господа за то, что у меня есть такое общение с вами. Потому что мое воспевание святых имен началось с вас, с вашего вдохновения, когда вы впервые приехали в храм и начали меня показывать, учить. То есть вы дарите свою любовь всем. И продолжайте, пожалуйста, это делать, потому что это просто, ну, вы как солнышко, вот, которое просто раздает свое тепло, вот. Поэтому желаю вам, пожалуйста, раздавайте свое тепло всем так же и продолжайте нас радовать своими киртанами, своим воспеванием, вот. Хари Кришна! Наконец-то, наконец-то, наконец-то день рождения. Наступил бы день рождения, будем праздник отмечать. И на голубой планете все взрослые дети, даже солнце, даже ветер будут дружно поздравлять. Хари Кришна, дорогая Нарисимхи Матаджи, примите, пожалуйста, мои поклоны. А меня зовут Анируда Дас. И я записываю это видео из Брюсселя, сердца Европы, для того, чтобы поздравить вас с вашим днем явления, пожелать вам всего самого лучшего, счастья, здоровья и, естественно, много-много энтузиазма в сознании Кришны для того, чтобы выполнить желание, наставление нашего духовного учителя Чайтани Чандри Чарана Прабу. Еще раз хочу сказать вам спасибо за то, что вы так активно участвуете в миссии. И примите, пожалуйста, мои поклоны. Хари Кришна. Хари Кришна, с днем рождения поздравляем. Счастья, здоровья желаем, хорошего настроения, удачи, любви. Чтобы все ваши желания исполнились, чтобы духовного учителя удовлетворили. И вот самое смешное видео. И вот замедление времени вам желаем, чтобы материальные желания все закончились, а духовные исполнились. Матаджи Нарисимхи Ки Джай! Приезжайте на Подаятру, попоем в масках. Хари Кришна, Матаджи Нарисимхи. Разрешите поздравить вас с днем вашего рождения, пожелать вам здоровья, счастья, успехов везде и хорошей духовной практики. Разрешите в честь вашего дня рождения съесть конфетку. Спасибо, очень вкусно. В честь вашего дня рождения съем огурец. Спасибо. В честь вашего дня рождения съем покоринку. Спасибо. Разрешите в честь вашего дня рождения съесть печеньку.
Спасибо, очень вкусно. Маджи Нарисимхи, в честь вашего дня рождения съем еще один пирожок. И приедет на подаятру колобок. Выпьем за ваше здоровье. Поздравляю. За вас. Я была на веселе и летала на метле. Хоть сама не верю я в эти, что я верю я. Здрасте, здрасте, не узнаешь? Чую-чую, узнаешь. Кто ж о бабе-яге не слыхал? Принесла мне на хвосте одна птичка весть важную. Да диво дивное сегодня случилось. День рождения у тебя. Захотелось мне тебя поздравить добрым словом. Да пожелать тебе здоровица крепкого, деньжата, чтоб в карманах шуршали, да чтоб любовь была, как в сказке. А ежели какая проблема случится, ты сразу мне звони. Я быстро на стуки прилечу, всех обидчиков разгоню. Ну, ох! Маджи Нарисимхи, Хари Кришна, примите поклоны. Давно не виделись, не слышались. С днем проявления, с днем воплощения. Все наилучшие пожелания. Музыкальная такое скромная это. Музыкальная песенка, небольшой набросчик. Это хит хитов, песня котов. Это называется «Секта моя любимая». Так, я извиняюсь, так немножко исполню. Как смогу. Нарисимушка, с днем явления тебя, с днем воплощения в этом материальном мире. Желаю тебе всего самого лучшего, ты просто в моем сердце навсегда. Ты просто такая талантливая, невероятная. Тебе Кришна столько всего дал в этой жизни, ты же не представляешь вообще просто. Ты так этим людям служишь, помогаешь, просто такая необыкновенная. Я желаю тебе счастья, здоровья, долголетия, ну всего. У тебя все это будет, поверь мне. Обнимаю, целую, надеюсь, на подаятре с тобой увидимся. Хари Кришна. С днем рождения, милая моя, поздравляю, песни я тебя. Ты красива телом и душой, пусть все в жизни будет хорошо. Для тебя открыты двери в мое сердце, и поверь мне, каждый день, и только в праздник дня рождения. Тебе счастья я желаю, поцелую, поцелаю, замечательный твой праздник, день рождения. Кришна, Матаджи Нарисимхи, поздравляю с днем рождения, желаю вам счастья, долголетия, чтобы вот всегда процветали, проводили свои замечательные харинамы. Вот хочу подарить вам одну историю, вот, которая произошла в 2014 году в Майпуре на Висипуджи нашего духовного учителя. Мы сидели с вашим мужем, общались, и я и мы с ним разговаривали. Он сказал, что он женился и прожил полгода семейной жизни. После полгода семейной жизни он понял, говорит, я говорит, понял, что, что харинама – это моя жизнь. И уехал, говорит, в Таиланд там путешествовать, харинам проводить. Я спросил у него, а как же
как же семья, как же вот жена у вас, ну да что жена? Я же, говорит, ее к Богу веду, я ей так сказал, я тебя, говорит, к Богу веду. Поэтому видите, как вам повезло, что у вас есть такой муж, Расиканам, который уже пришел к Богу и вот приведет вас туда, поэтому мои поклоны, Хари Кришна. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Вот преданный пример, как человек тщетно пытается, стандартный калиюжник, повторять святое имя на берегах Ганги, и у него что-то не особо получается, как мы видим. Но я сейчас продемонстрирую один метод, который поможет ему. Кришна! Вот таково могущество принятия прибежища у вайшнавов в день их явления. С днем рождения, Нарисимхи! Хари Кришна, Нарисимхи Матаджи. Желаю вам, чтобы ваши доминант септаккорды всегда были в нужной тональности. Расиканам Прабу очень хотел получить их даршан, и они так необычным образом исполняют желание и дарят вам свой даршан, Нарисимхи Матаджи, на день рождения. Они поздравляют вас с днем рождения и желают вам, чтобы вы продолжали воспевать, радовать своими киртанами преданных и обязательно вернулись домой за одну жизнь, где вас ждет Расиканам. Шри Шри Нитайни Майсундара Ки Джай. Хари Кришна, Нарисимхи Матаджи, примите мои поклоны и поздравления с днем рождения. Вы для всех вайшнавов пример, как можно быть счастливым в сознании Кришны. Для этого нужно просто понять свое предназначение, свои способности, таланты и развить их, и направить их на служение Господу, в чем вот у вас это очень хорошо получается. Поэтому вокруг вас всегда так много вдохновленных вайшнавов, и вообще вы всех вдохновляете своими служениями и своими прекрасными чертами характера. Спасибо вам большое и будьте счастливы. Хари Кришна. Сердце, группа Намамбриши поздравляет вас с днем рождения. И можно сказать, что это не просто день рождения, а день явления. Преданные, которые вступают в миссию Господа Чайтанья и славят Его святое имя. Спасибо за ваш пример, спасибо за вашу искренность, чистоту, за ваш огонь, за все, что вы делаете в этой миссии. Спасибо за то, что мы знаем вас, спасибо, что мы помним вас. И спасибо, что в этот день мы испытываем такое огромное счастье, просто памятуя о том, что вы есть на этой земле и есть в наших сердцах. Поэтому группа Намамрита вас поздравляет с днем! Натальюшка Сергеевна, дорогая, мы очень рады, что вы есть в нашей жизни, и искренне поздравляем вас с вашим днем рождения, желаем вам добра, света, настроения хорошего, здоровья крепкого, сил, терпения и любви, которую дарите вы нам. Мы вас очень любим! Наталья Сергеевна,
поздравляю вас с вашим днем рождения. Я хочу пожелать вам здоровья, счастья, любви. В общем, всего самого-самого лучшего. И я знаю то, что у вас есть очень хорошее качество, и плохих качеств у вас нету. Поэтому я хочу сказать, чтобы вы всегда были такой же, как и сейчас. И эти качества оставались у вас. Я очень рада, что вы мой учитель. Спасибо вам большое. Дорогая Нарсимушка, я поздравляю тебя с днем рождения. Я тебя очень люблю. Несмотря на то, что у нас такие огненные характеры, мы дружим с тобой 25 лет. И я горжусь, что у меня есть такая подруга, как ты. Харе Кришна, будь счастлива. Нарасимхе, дорогая, с днем рождения тебя! Желаю быть судьбой хранимой, родными, близкими, любимой, перед трудностями не сдаваться и цели духовной добиваться. Новых желаю в делах достижений, сильных эмоций и смелых решений, преуспевания, творческих побед, бодрости, долгих, счастливых лет. В жизни для счастья немногое надо. Радость, удача и верная дружба. Цель и надежда, характер и честь. Ну а самое главное, что у тебя Кришна есть. Желаю сладко спать, со вкусом жить, все радости познать и все победить. Пусть время странное сейчас, но ведь оно уйдет от нас. И оживится дел подъем, и будет все нам нипочем. А напоследок хочу главное пожелать. Не рождайся ты вновь, не рождайся ты вновь, не рождайся, не рождайся. Не рождайся ты вновь. С днем рождения тебя, Нарасимхе, дорогая. Я тебя очень-очень люблю. Всех-всех тебе благ. В этот светлый день, Матаджи, Нарасимхе, преданные хотят ей подарить даршан от божеств Чикаго. Шри-шри Кишор-Кишори и Кишор-Кишори хотят благословить Матаджи Нарасимхе, чтобы она по-прежнему прославляла святые имена, проповедовала и была счастлива. Кишор-Кишори благословляют Матаджи Нарасимхе. Господа Баладева, и Субхадра Махарани также благословляют на преданное служение, чистое преданное служение Матаджи Нарасимхе. С днем рождения! И Нитинанды есть Мриданга. Господь Чайтанья, Господь Нитинанда также дарят свои благословения Шрила Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати, чтобы Матаджи Нарасимхе была счастлива и вернулась назад в Поко. Хари Кришна. Обычно желаю чего-то такого особенного. Мне хочется пожелать очень простых вещей. Оставаться всегда точно такой же Нарасимхе, какой вы были всегда.
Это всегда выигрышный вариант. Хари Кришна. Нарисимхушка, с днем рождения тебя, дорогая. Нарисимушка. Нарисимхушка. Нарисимхушка. Вот так вот. Это она придумала. Хочу тебе пожелать оставаться таким же огненным мечом в миссии Шрилы Прабхупады, топить наши сердца своими песнями, оставаться такой же любящей, открытой, сердечной, неповторимой Нарисимхи. Поздравляю тебя с днем рождения, дорогая. Дорогая Нарисимушка, мы хотим с Нюшей поздравить тебя с днем рождения и рассказать тебе историю. Мы, когда приходим в этот мир, мы ничего не видим в нем, потому что наше сердце грязное. Но по милости преданных, когда мы встречаем, сердце очищается, и мы уже начинаем что-то видеть. Но это не все. Главное происходит, когда мы встречаем нашего Гуру Махараджа. И тогда Гуру Махарадж открывает нам чистый взгляд на этот мир. Нарисимушка, я хочу тебе пожелать, чтобы ты смогла увидеть этот мир глазами твоего Гуру Махараджа. Мы тебя очень любим и всегда ждем за носочкой. Дорогая Наташа, поздравляю тебя с днем рождения. И всем хочу рассказать, за что я тебя люблю. Ну, во-первых, за искренность и прямодушие. Уж если любишь, так без оглядки. Но если что-то тебе не нравится, то только держись, никому мало не покажется. За твои таланты, за неравнодушие ко всему, что вокруг происходит. Я, конечно, желаю тебе здоровья. И желаю, чтобы тебя окружали люди такие же любящие, искренние. Чтобы вокруг вас мир становился красивее, ярче и добрее. Будь здорова. Очень тебя люблю. Хари Кришна, Нарисимхи Матаджи. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Когда я думала о том, что я могу вам сказать, да, вот в день вашего рождения, я подумала о том, какое удачное имя вам дал Гуру Махарадж. И я вспомнила, что Господь Нарисимхадев, у него есть два таких проявления. Одно проявление, такая, знаете, угроформа. Угроформа, вот у меня есть такая Нарисимха Кавача. Я сейчас прочитаю, как она проявляется. «Я выражаю почтение Диви Асимхи, божественному льву Господу Нарисимхи. Он рычит и заставляет рыдать негодяев. Он устрашающе похлопывает сам себя запястьями, грозя смертью врагам. Он весь сверкает, он жжет и убивает демонов, таких как Хирани Кашипу. Он преследует и сокрушает их, то на земле, то в небе. Он страшно кричит, вселяя в злодеев ужас. Так Господь Нарисимха всегда и повсюду настигает демонов, пронзая их суровым взглядом и гневно сотрясает их сотнями своих рук». Но у Господа Нарисимхадева есть также и второе, ипостась, его спокойная форма, его йога, такая форма. И вот когда Господь Нарисимхадева увидел маленького прохладу, маленького мальчика, простершегося у его лотосных стоп, его захлестнула волна любви к своему преданному. Господь поднял прохладу и возложил ему на голову свою лотосную руку, которая дарует бесстрашие всем преданным Господа. И говорят ачарьи, что он даже облизал его своим шершавым языком. Столько у него было любви, он смотрел с умилением на своего дорогого преданного. И вот мне кажется, что это на самом деле очень подходит вам. Мне кажется, что вы тот человек, который всегда встанет на защиту дорогих людей, встанет на защиту преданных и будет сражаться и биться за них, да, и обязательно победит. Вот такая у меня ассоциация.
И одновременно у вас столько любви, столько нежности, да, которую вы так щедро просто дарите на всех, со всеми делитесь, что вот это тоже очень похоже на вот эту вот вторую грань личности Господа Нарисимхадева. На самом деле божество Господа Нарисимхадева – это божество, которое повелевает ватсалей расой. То есть вот эта родительская любовь, мне кажется, у вас очень много вот этой какой-то материнской любви ко всем живым существам. Мне кажется, вы о всех можете позаботиться. Настолько у вас огромное сердце, настолько в нем много любви, что вы о всех можете позаботиться. И я очень рада, что я вот могу иметь такую удачу, быть с вами знакомой, каждый год ездить на Падаятру, общаться с вами, как-то с вами соприкасаться, с этой вашей любовью. Спасибо вам большое. Я искренне желаю вам, чтобы сознание Кришны принесло еще вам много-много ярких, глубоких реализаций и в отношениях с Кришной, в отношениях с Гуру, в отношениях с преданными, чтобы вы всегда были счастливы в сознании Кришны, наполнены и щедро делились им с другим. Харе Кришна. С днем рождения, Наталья Сергеевна! Желаю счастья, здоровья и любви, чтобы вся радость была у вас, чтобы вы были такой же красивой, доброй, и чтобы вы всегда мне дарили удачу. Я вас так люблю! Вы самый лучший руководитель! Спасибо вам большое за все уроки! Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, очень давно ждем вас. Проходите, пожалуйста, скорее. Пойдемте, пойдемте, скорее. Вишаков, показывай дорогу. Симхи, заждались, заждались. Без вас храм не храм. Посмотрите, все скучает, все остановилось. Киртан для вас, без вас замолчал просто. Пойдемте скорее. Вас там ждут, вы даже не представляете, кто. Скорее, скорее. Бегом, бегом, дорогая, я так рада нашей встрече. Хари Кришна, Хари Кришна, посмотрите. Самое главное божество, наши ятры, Шри Шри Даян Тайгор Хари, лично поздравляют вас с днем рождения. Хари Бол, с днем рождения. Шрила Прабхупада поздравляет вас с днем рождения. Вот, Хари Кришна, Хари Бол. Посмотрите, Гуру Махарадж с матушкой лично присутствует, чтобы поздравить вас с вашим днем рождения. Нарисимушка, мы любим вас. Посмотрите, храм без вас пустой. Киртан остановился, приезжайте. Вот инструмент ваш любимый вас ждет. Хари Кришна, с днем рождения! Будьте счастливы! Хари Бол! Наташа, поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе любви. Любви такой, чтобы ее хватало на твоих близких, на твоих друзей и на твоих учеников. С днем рождения! Физкульт, привет! Наши круги порой бывают такими разными. На старт, внимание, марш! Уже. Ой, да вообще уже 16 кругов, по-моему. Я уже вообще вся вспотела. Ой, а ты как, что там? Наконец-то 16-й победа. Вообще, ой, сейчас нас уже врежутся тут. Ой. Вообще, что ты знаешь, я сегодня такую классную юбку видела, я забыла сказать. Всего за 2000, ну за распродажи. Да ладно, а где? Да! А где ты такое видела? Короче, завтра сходим, я за стопки. Давай, хорошо. Слушай, я тебе не такие гречки делала, зеленые гречки. Я вообще, я бы не подумала, что серьезно вообще получится.
представляешь вообще? Офигенный мир! Главное, никакой без глютена, без кроссовера. Представляешь? Сейчас мы с тобой здоровыми будем. Сейчас забежим 16-й круг, и наконец-то он закончится. Господи, когда уже закончится этот 16-й круг? Ну, когда-нибудь и закончится, не переживай. Все проходит, все не вечно в этом мире. Да, действительно, круги бывают такими разными. Дорогая Нарисимхи, я тебе желаю самых чистых, самых незабываемых и самых классных кругов во всех трех мирах. Твое здоровье. С днем рождения, дорогая! Харибол! Мама – мой первый учитель. Мама – во всем вдохновитель. И день ото дня крепчает к тебе любовь моя. Нарисимхи, 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 миг без тебя, как год. Прими ты от нас с любовью наших сердец хоровод. Нарисимхи, 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 мир близ тебя, как ад. Прими ты от нас с любовью наших сердец вклад. Прими ты от нас с любовью наших сердец вклад. Никогда не рождайся вновь за одну жизнь. Возвращайся домой. С днем!